Здравствуйте, всем здравствуйте. Привет, девчата. Угу. Ну, судя по тому, что у нас вот пошла немножечко обратная связь, вероятно, нас слышно и видно. Ну и замечательно. Тогда мы сейчас вот так вот поставим телефончик. Так. Поставили. Здравствуйте. Угу. Так, опустим чуть-чуть ниже штативчик. Здравствуйте. Вот так. Добрый день. Здравствуйте. Из Братска. Привет, Братск. Рядом. Братск — это рядом с городом Иркутском, моим любимым. Ну что, всем привет, девчата, всем здравствуйте. Сегодня мы сделаем такой мастер-класс, да, проведем прямой эфир, в котором задействуем современную технику, да. Сейчас многие мастера пользуются техникой стемпинг, вот, но вспомним, что я думаю, что у многих мастеров где-нибудь лежит какая-нибудь красивая голографическая фольга, вот, и у нас в том числе есть. Кстати, фольга это сейчас продается со скидкой, можно посмотреть на Amishop, можно купить на маркетплейсах, да, Озон, Валберис. Вот, и, значит, помните о том, что товары все, которые мы с вами рассматриваем, и которые, из которых мы делаем дизайны на наших прямых эфирах, все материалы продаются в магазине компании Эми, представителей компании Эми, да, на маркетплейсах продается товар, значит, можно на Amishop зайти, интернет-магазин, и, как бы, кстати, в интернет-магазине всегда очень хорошо, ярко представлены варианты материалов, которые продаются со скидкой, которые участвуют в акциях в разных и так далее. Так, ну и сегодня мы поговорим про голографическую фольгу. Так, а варианты дизайнов, вот они. Значит, с вами на связи, как обычно, в четверг в 2 часа дня, город Ростов-на-Дону, школа Екатерины Мирошниченко, и я инструктор, который работает в школе довольно-таки давно, вот, Наталья Коклюгина. Если вдруг какие-то вопросы у вас есть, можете задавать во время прямого эфира, и мы постараемся на них ответить. Если вдруг я не смогу, то менеджеры, конечно же, вам напишут. Значит, сегодня у нас, ага, четверг, и всех поздравляю с началом августа, 1 августа. На дворе. Лето продолжается, хоть и остался один месяц, но все-таки хорошо, когда есть хотя бы один месяц еще в запасе, да, до школы, да, у кого есть школьники. Так, ну что, я тут вот немножечко так пытаюсь немножко двигать бумажку в разные стороны, на которые закрепила типсы, девчат. Я хочу сегодня вам показать быстрые дизайны с голографической фольгой и с техникой стемпинг, например, да. И давайте мы начнем с очень простых вариантов, которые можно сделать, допустим, там на фоне черного цвета. Я знаю, что есть любители, например, вот такие, как я, да, я люблю черный френч, и вот можно, например, на одном пальчике полностью отпечатать, например, вот так вот сделать красоту. Можно сделать на половину ноготочка, можно сделать на любых цветных оттенках, которые есть. Самое главное, чтобы у вас под руками был лак для стемпинга такого же цвета, как гель-лак для покрытия. Ну и потихонечку начнем. Сейчас я пока уберу это в сторону. Давайте сделаем на основе, например, черного цвета. Ну а потом парочку каких-нибудь цветных. Так, сейчас что-то мне не очень удобно. Сейчас я чуть-чуть отрегулирую. Итак, давайте возьмем... Так, я, конечно же, что-то так занервничала и скажу, что я еще возьму в работу. Значит, по поводу голографической фольги. Ну, в данном случае взяла в руки арабеска, серебряная голографическая фольга. Сейчас, если посмотреть в каталог, раньше продавалось очень много вариантов фольги. Разное. Я думаю, что у многих мастеров прям есть запасы, да, какие-то. Фольга голографическая. Значит, сейчас она по акции, да, по нём вообще 40 рублей, видите? То есть, вот видите, вот голографическая арабески. Можно взять серебряную, например, мелкие кристаллы. Да, то есть, как бы, ну, понятно, что есть вот такая еще бирюзово-зеленая. Но вот красивая такая голографическая серебряная мелкие кристаллы и голографическая серебряная арабеска. Значит, это мы возьмем в работу с вами. Возьмем в работу, как всегда, материалы, которые помогают делать быстрые дизайны. Это, например, шармиконы, да?
Можно взять, например, вот цветочки, можно взять сердечки. И, значит, например, мы можем взять с вами 245-й, например, номер. Вот сердечки добавить к нашей работе, да. Мы можем взять, очень люблю этот вариант шармиконов и очень часто с ним делаю дизайны. Это 246-й. Вот 245-й – это чувство, вот с такими красивыми сердечками, 245-й. И 246-й, например, цветущая гармония. Тоже мы с ним часто делаем. Ну и, как всегда, можем взять в работу, красиво добавляют своеобразную такую красоту дизайном. Линии белые 163, можно взять линии черные 162 номер, а можно еще добавить золото или серебро. Не знаю, полосочки – это мое все, очень люблю их. И, кстати, по-моему, даже сейчас на них действует скидка, поэтому вы можете запросто их себе приобрести, прям подешевле, а хватит надолго. 117-й линии золота и 118-й линии серебро. Вот, с нами тут пока девчонки здороваются. Всем привет, девчат. Так, по поводу цвета, я уже сказала, например, возьмем белый, черный, а вообще на самом деле можно взять любой цветной гель-лак, можно, например, мы в прошлом предыдущем прямом эфире делали дизайны с гель-лаком номер, которые выходили самые-самые первые, 011, да, вот, ну, например, вот такие возьмем цвета, хотя на самом деле можно взять любые, еще раз повторюсь, самое главное, чтобы цвет покрытия, то есть цвет гель-лака, да, полностью соответствовал с цветом лака для стемпинга. И тогда будет очень прикольно получаться. Очень быстро и прикольно. Ну и самую главную роль, конечно же, для отпечатывания фольги будет играть в данном случае у нас Multiple Dizing Gel. Это гель с повышенной клейкостью, да, с повышенным таким вот дисперсионным слоем, очень-очень липким. И если, опять же, кому-то интересно, опять же, часто в дизайнах сейчас добавляю в работу, потому что настолько простой вариант, настолько очень материал такой, ну, классный, доступный. Вот он. Видите? Многофункциональный прозрачный гель густой консистенции с липким слоем повышенной клейкости. Вот я пыталась своими словами сказать, все-таки написано очень красиво. Применяется для отпечатывания фольги, для втирки пигментов, для создания объемных дизайнов и для техники стемпинга использовать. И вот как раз-таки для отпечатывания фольги, вот он как раз, вот это свойство очень хорошо подойдет. А просушивать мы его будем, девчат, вы не поверите, 5-10 секунд, и все будет шикарно отпечатываться. Так, ну что, потихонечку поехали. Давайте начнем с простых вариантов, но на самом деле все варианты будут очень простые. Давайте начнем с очень простых, потом будут просто простые. Итак, значит, прикрепила типсик. Так, ну и покрываю гель-лаком, например, 0,30. Лак для стемпинга черного цвета, я думаю, что у всех всегда есть, поэтому можно вот на один пальчик, знаете, такой получается такой вечерний вариант дизайна. Под какое-нибудь красивое вечернее платье. Так, просушиваем, естественно, в лампе порядка 30 секунд. Тут же незамедлительно давайте сделаем белый цвет. 001, да, белый лотос. Мы сейчас будем на типсе, конечно, наносить в один слой. Гель-лаки очень плотные, очень укрывистые. Значит, очень плотной консистенции. Поэтому, в принципе, даже и на клиентах можно обходиться одним слоем. Ну, а уж на типсе тем более. Так, просушиваем. Ну и давайте какой-нибудь цветной сделаем. Так, пока пусть сохнет. И приготовим какой-нибудь еще цветной вариант. Быстрые варианты, да, в которых у нас сегодня будет участвовать голографическая фольга. Например, серебряная арабеска. Ну, давайте возьмем, да, вот такой, например, вариант. Это будет 11 номер гель-лака, гель-лаки, которые выходили самые первые, но очень красивый такой, можно сказать, такой коралловый цвет, да? Светленький коралл. Так, ну и, конечно же, просушиваем. Так, теперь будем наносить гель, на который будет шикарно отпечатываться фольга. Возьмем какую-нибудь овальную кисточку, например, вот я взяла четверочку. Так, и
нанесем тонким слоем Multiple Dizzing гель. Гель-клей, можно даже сказать. Он прозрачный, довольно-таки густой консистенции. Ни в коем случае, девчат, не оставляйте на столе в открытом виде, потому что быстрая полимеризация, да, и он заполимеризуется просто у вас, и все. Так, ну давайте. Можно сделать, например, не знаю, можно просто нанести посерединочке, давайте. Либо, допустим, с одного края. Я просто уже делала сбоку. Ну и, в принципе, давайте, пусть будет сбоку. Итак, аккуратно, тонким слоем наносим гель-лак на поверхность. Ой, простите, какой гель-лак? Multiple гель, да? Гель-клей можно его обозвать. На тонким слоем, ну вот так вот, например, на половиночку ноготочка. Вот так, аккуратно, тонким-тонким слоем. Если получилось очень тонко, значит, сами себе вы скажите о том, что надо еще тоньше. Чем тоньше, тем лучше. То есть отпечатывание фольги не зависит от толщины покрытия. Наоборот, чтобы сделать максимально тонким, аккуратным ноготочек, да, наносим тонким слоем. Просушиваем в лампе. Просушиваем в лампе буквально 10-15 секунд. Больше не надо. А тем временем возьму белый гель-лак просушенный. Ну и давайте мы здесь вот так вот, я прям аккуратно, вот просто посерединочке, не буду заходить на края, вот так аккуратно посередине ноготочка тонким слоем нанесу и также просушу. Так, вот я черный уже буквально, прошло 10 секундочек, я его уже достала. Беленький сушу тоже буквально 10-15 секунд, больше не нужно. Так, и теперь возьмем вот такого, да, цвета у нас покрытие. Это получается у нас, еще раз напомню вам, это 011. 11 номер гель-лака. Тоже просушила. И давайте нанесем, не знаю, как хотите. Можно только в верхнюю часть, можно только в нижнюю часть. Не принципиально важно. Ну, давайте не буду наносить верхнюю часть, только вот так, примерно на 2/3 части. Пусть верхушечка останется без фольги у нас. Очень-очень-очень тонким слоем. 10, буквально 15 секундочек просушим. Если просушите 30 секунд, хуже не будет абсолютно. Так, черный, белый, да? И в данном случае у нас вот такой красивый коралловый оттенок. Так, обязательно я тут же взяла баночку, закрыла. Закрыла. Так, ну и возьмем в работу фольгушечку. Так, нам нужны будут ножнички. Возьму кусочек, буквально отрежу. Так, и отпечатаем большим пальчиком. Нажали на ноготочек и оторвали. Нажали, оторвали. Если где-то не допечатается, ничего страшного, но настолько хорошая дисперсионная пленка, настолько она клейкая, что фольга отпечатывается на всю поверхность, куда вы нанесете гель-клей, да? Multiple клей. Нет, гель. Multiple Dizzing гель. Так, отпечатали. Давайте возьмем на беленький, отпечатаем. Здесь у меня где-то посерединке. Видите, вот так, например, да? На самом деле отпечатается везде, где я нанесла гель тонким слоем на поверхность. Ну, я говорила, что это будет средняя часть, да? Ну и давайте точно так же отпечатаем вот сюда на цветной. Можно допечатать везде, где не допечатается. Вот. Ну, а теперь мы подберем лак для стемпинга, который будет полностью сочетаться с покрытием, да? Ну, черный и белый вообще несложно найти, правильно же? Номер 02 черного цвета, да, лак для стемпинга, 01 белого. И для такого кораллового оттенка мне придется немножечко смешать красный лак для стемпинга, да, и вот такой вот персиковый.
и будет прям один в один цвет нашего покрытия. Ну, начнем с черного. Так. Итак, какую возьмем пластину для работы? На самом деле пластину можно взять абсолютно любую. Я, например, взяла сейчас в работу пластину номер... Сейчас я опять в каталоге, чтобы быть... Текстуры. Чтобы быть честной перед вами, так, текстуры. То есть получается у нас номер 13 и пластина для стемпинга... Текстуры называется, да, хотя на самом деле можно будет взять, например, принты, пластина для стемпинга номер 6, можно будет взять с какими-то крупными рисунками, например, номер 3, паттерны, видите, вот такой вот вариант, и, ну, а я взяла вот, например, такой текстуры, да, хотя на самом деле можно воспользоваться любые пятнышки, полосочки и так далее. Так, теперь мне нужно... взять какую-нибудь карточку, сейчас возьму. О, у меня тут под руками пятерочка нашлась. Так, и мы возьмем с вами лак для стемпинга черного цвета. Так, например, давайте вот такой рисунок возьмем. Так, аккуратненько распределяем по поверхности. Убираем все лишнее, под углом 45 градусов, да? Легкий накат. Набрали рисунок черного цвета и отпечатали сверху, прямо на фольгу. Сейчас я вот так развернусь. Так. Ну, естественно, там, если где-то вдруг отпечатается у вас на черном фоне, этого совершенно видно не будет, потому что черный, да, на черном не виден абсолютно. Так, а на всей поверхности остальное виден и очень даже хорошо. У меня вот тут вот на кончике немножко не хватило, я сейчас чуть-чуть допечатаю. Все. В принципе, все готово. Значит, ну так как мы отпечатывали рисунок не на весь ноготь, а только на часть ноготочка, ну я предлагаю, конечно же, добавить какие-то украшения в виде каких-то наклеечек. Да, вот мы, в принципе, уже о них сегодня говорили. И если мы будем как бы добавлять какие-то декорации, то предлагаю перекрыть ноготочек топом Теклас, топ без остаточной липкости, и уже на него будем приклеивать декорации. Знаете, тут как бы вот уже блеска, наверное, никакого и не надо, потому что фольга сделала свое дело, да, и плюс рисунок, и получается очень красиво, как будто у вас фольга лежит с каким-то определенным там рисунком, правильно же? Так, закрываем все это дело топом без остаточной липкости, просушиваем в лампе. Так, давайте теперь здесь будем использовать, конечно же, белый, да, лак для стемпинга. Белый номер 01. Так, какую возьмем рисунок? Давайте вот такие вот, например, полосочки возьмем. Видите, вот такие, например, крупные, чтобы хорошо было видно. Так, всем привет. Привет, конечно, всем девчаточку. Конечно, привет. Так, белый цвет. Лак для стемпинга белого цвета. Убираем все лишнее. Я немножко завушкалась и не очистила подушку. Боюсь, что сейчас у меня может... Нет, в принципе, все нормально. Все отпечаталось. И мы с вами печатаем сверху прямо на фольгу. Создается впечатление, видите, что фольга лежит полосочками. Так, точно так же, как и предыдущий вариант, закрываем топом без остаточной липкости. В нашем случае это Теклас. Просушиваем. И теперь немножечко нам нужно заморочиться в плане смешать, да, немножечко два лака для стемпинга. Это номер 08 и 06. Вот такой, видите, персиковый оттенок и красный оттенок. Я просто подбираю сейчас цвет лака для стемпинга
под цвет покрытия. Ой-ой-ой. Очень быстро капнула. Так, смешаем. Так, ну надо немножечко, конечно, больше персика добавить. А то что-то я переборщила с красным. Все, есть у нас такое дело. Кисточку возьму сейчас любую, потом ее просто вытру. Так, ну и опять же рисунок, да, который мы будем отпечатывать. Сейчас посмотрим. Можно повториться с крупными линиями, да, можно что-то сейчас другое придумать. Давайте, например, возьмем... Нет, все-таки мне больше нравится, когда такие более крупные линии получаются, правильно же? Да, хорошо, давайте мы тогда вот все-таки такой же еще раз повторим. Заполняем пластинку хорошенечко, да, лак же очень быстро высыхает на воздухе, поэтому надо, конечно, постараться делать быстро. Делать быстро, сказала Наташа, а сама завошкалась, и, наверное, сейчас уже у меня, ну ничего, мы сейчас все равно попробуем, если что, переделаем снова. Так, убираем все лишнее. Легкий накат. Так, ну, в принципе, все отпечаталось, конечно же. И отпечатываем прямо сверху на фольгу. Так, убираем все из-под рук. Видно, получается один в один, да, как покрытие. То есть мы намешали лак для стемпинга и сделали его прямо одного цвета с покрытием. И точно так же перекрываем топом без остаточной липкости. В нашем случае это Теклас. Получается очень интересный фон. Такое впечатление, что вы выложили фольгой рисунок. Хотя на самом деле вы видели, что все делается просто. Так, просушиваем. Так, ну и добавим декорации, да, которые, в принципе, планировали добавить. Ой, 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 ой. Чуть не сбила телефон. Так, полосочки хочу сейчас быстренько найти, чтобы тоненькие, красивенькие были. Так, ну давайте. Для черного фона, для черного, можно взять, в принципе, и золотую полосочку, например, сделать, да, и прикрепить потом какой-нибудь шармикончик сверху. Так, ну вот у меня вот тут вот есть половиночка. Мы сейчас ее приделаем сюда. Прикрепим, закрепим, приклеим. Все, отделили две зоны между собой. Конечно же, излишечки убрали с помощью ножничек, да, или, допустим, там бафиком. Так, ну и добавили сюда. Можно попробовать добавить сердечко. Сейчас посмотрим вместе, как получится. Просто я вот не делала с такими вариантами. Но нужно какое-нибудь интересное беленькое, например. Вот так вот. Видно? Можно взять... Да, с белым цветом будет, мне кажется, прикольно, да, смотреться. Как вы думаете, можно вот такой вот вариант? Угу, давайте. Тут вот есть сердечко, прям один в один с такими же полосочками. Я думаю, будет сочетаться прямо очень-очень даже хорошо. Причем можно приклеить, знаете, как, допустим, верхнюю часть ноготочка, можно в нижнюю часть ноготочка. Можно вверху, можно внизу. Ну, давайте, например, у меня есть цветочка внизу. Давайте пусть у меня будет сердечко сверху. Закрепили. Так. Можно, в принципе, так оставить. А можно еще добавить какой-нибудь шармикончик с мелкими надписями. И я уже, опять же, много раз
в прямых эфирах говорила, что мне, например, очень нравится, когда надписи особо не видны. И это 249-й. Вот они вроде бы и есть, но в то же время их нет. 249-й изящество. Очень такие фразочки маленькие какие-то написаны тонким шрифтом. Ни к чему не обязывающие, но добавляют какую-то, не знаю, современность какую-то. Мне кажется, любые шармикончики с мелкими надписями хорошо осовременивают любой дизайн. И мы сейчас с вами их сюда добавим. Причем здесь есть беленькая вот такая штучка. Кстати, наверное, мы беленькую приклеим, потому что, естественно, черная будет не видно. Поэтому мы возьмем с вами белую наклеечку из белых букв. И вот, например, вот сюда приклеим вдоль нашей линии, да, которая разделяет на две части ноготочек. Все. И после этого, конечно же, закрываем топом. Я воспользуюсь сейчас, например, ультрашайном, гель без остаточной липкости. А можно было совершенно ничего не прикреплять, но опять же, на вкус и цвет. Да? Кто-то любит, чтобы было дорого-богато. Вот, например, у нас в Ростове-на-Дону хорошо, когда дорого-богато. Хотя на самом деле, конечно же, сейчас многие клиенты как бы любят однотонное покрытие. И то, мне кажется, они любят однотонное покрытие, потому что мастера чаще предлагают однотонное покрытие. Также быстрее получается, правильно? Заморачиваться особо не надо. Вот. Теперь давайте возьмем, например, черные полосочки и добавим к нашему белому фону. Просто протянем тонкую-тонкую ниточку. Через весь ноготочек. Можно, конечно, было нарисовать от руки, но на самом деле, вы знаете, вот они же есть. Зачем мучиться, если мы говорим про скоростные дизайны, если мы говорим про дизайны, которые нужно сделать быстро и на один ноготочек. Так, ну вот так, например. Конечно же, убираем лишнее. Можно обратно вернуть на носитель, на пластиковый, да, чтобы можно было воспользоваться этой половинкой еще на одном ноготочке. Так, ну а сюда мы добавим, например, не сердечки, а вот какие-то такие, да, цветочную гармонию, шармиконы 246, цветущая гармония, правильно сказала, 246 с мелкими красивыми цветочками. Они прикольно будут смотреться, кстати, вообще любые варианты. Просто у меня уже есть такой, видите, например, вот так вот тюльпанчик. Тюльпанчик. Ой, прикольно смотрится. Давайте его и сделаем. Он еще и белый, белое на белом, но видно будет очень хорошо. Чуть-чуть повыше прикреплю. Вот, белое на белом. И опять же, возвращаясь к мелким каким-нибудь фразочкам, тут можно взять, конечно же, например, какую-нибудь черную надпись, мелкую. Что-то про любовь, что-то о любви, о цветах и так далее. Так, давайте я вот так вот, оп, вот сюда. Тут, смотрите, золотистая есть. Ну, золотистая, мне кажется, не очень хорошо подойдет, а вот черненький как раз в самый раз. Так, и закрепили на поверхности. Так, ну и, естественно, перекрываем топом без остаточной липкости. Девчат, скажите, пожалуйста, непонятно, не видно на экране. Мы продолжаем быть в эфире? Нас видно, слышно? А то немножечко непонятно. Кто-нибудь просто рукой махните. Ага, спасибо большое. А то я такая спокойно сижу в полном умиротворении, цветочки наклеиваю в тишине. Вот у нас получился белый вариант с голографической фольгой. Ага, все хорошо, спасибо большое. Так, и давайте третий вариант. Ну, тут как бы само по себе, да, просится какая-то такая разделительная полоса сверху. Это может быть золото или черный цвет можно добавить. Сейчас посмотрим. А можно и одно, и другое, да, чтобы мало, опять же, не казалось.
мы отделим одну зону от другой. Такие же полосочки есть серебряного цвета, поэтому, например, можно как бы к серебру, да, продолжить все-таки играться с серебром. Так, ну а мы добавили чуть-чуть золота. Можно опять же тоненько протянуть черненькую линию. Не знаю, может быть, знаете, так просто будет более четким. Вернее, будет более четкой граница. Так. Так, ну и добавим, конечно, какую-нибудь сюда красоту в виде каких-нибудь красивеньких цветочков. Ну, тюльпанчик мы уже прикрепляли. Можно вот такой большой цветочек добавить. Ну, почему бы и нет? Можно и его. Гибискус такой красивый получается в белом цвете. Угу. Опять же, можно сюда какую-нибудь надпись вот так от цветочка вниз. На самом деле, может быть, это не сильно будет бросаться в глаза, но, в принципе, видно будет хорошо. Ну и после этого, конечно же, закрываем топом. Давайте мы еще сюда добавим, например, какой-нибудь стразик. Мы прошлый прямой эфир, кто смотрел, мы делали варианты дизайна и добавляли туда стразы. Сейчас мы опять же в каталоге посмотрим. Кристалл, по-моему, номер троечка 003. Сейчас мы пока подсушим наш топ. Так. И с прошлого прямого эфира у нас остались еще стразики. Можем с вами как раз таки их задействовать. Бриллиант, вернее, бриллиант. Не кристалл, а бриллиант номер 3. Да, троечка. Видите, тут маленькие-маленькие стразики. И можно куда-нибудь серединочку цветочка как раз таки добавить. Я, когда готовилась к прямому эфиру, добавляла в серединку цветочка. Видите, везде по маленькой стразинке прикольно смотрится. Видите, в одном цветочке и в другом цветочке. Даже вот сюда к тюльпанчику основания. Около стебелечка. И мы можем с вами сделать точно так же. Буквально там. Не, ну, ой-ой-ой-ой. Мы сейчас вернем обратно в пакетик. Насыпалось очень много. Так, ну и буквально... Сейчас мы вот эти добавим к нашей общей массе. Так, ну, астразинку лучше всего посадить на готовую поверхность, на капельку базы. Можно взять медиум базу, макси базу, такую более густую базу. Вот. Достала кисточку для того, чтобы капельку базы взять на кончик кисточки. Так. И поставить, например, в серединку цветочка. Голографическая фольга, стразы, глянцевая фольга, да? Все это может вместе красиво сочетаться. Так, ну и просушиваем, конечно же. Так, эти цветочки мы сейчас добавим сюда. Это будут вам варианты, которые можно сделать, да, с голографической фольгой. Может быть, что-то кто-то свое придумает интересное. Но на самом деле, еще раз повторю, прикольно получается, если есть гель-лак, да, и такого же цвета есть лак для стемпинга. И получается вот такая вот красота, как будто у вас фольга выложена каким-то рисунком. Мы сейчас сюда прикрепим еще один типс. И вы сможете сделать, например,
скриншот. Скриншот с экрана. Видно, не видно фольга? Ну, я думаю, что, конечно же, видна фольга. Тут, мне кажется, все очень довольно-таки прозрачно и просто. Видите, мы с вами сделали буквально тут за несколько минут три варианта дизайна. И сегодня у нас очень быстрый эфир получился, потому что делать очень легко и просто. Я надеюсь, что мы встретимся с вами снова в следующий четверг. Сделаем опять варианты быстрые, которые может делать любой мастер, даже который не может рисовать, не умеет, не хочет. Вот. Поэтому как бы дизайн можно сделать очень легко, буквально из подручных материалов. Ну что, всем удачного дня, девчат. До встречи в следующий четверг ВКонтакте. Всем хорошего настроения, души, лета и всем побольше денежных клиентов. До свидания.